Сейчас пройдемся вдоль этой улицы. Ну, наша Пушкинская, по-моему, называется, судя по надписи на гараже, там мелом. Маленькая улочка. Площадка такая древнейшая. Чисто средневековая брусчатка, которую явно не готовили под автомобили. Вот такие вот прямо натуральные развалины. Вот загородили тут все и бросили. Развалины классные. Тут какие-то там бары, что ли, были. Сейчас их буду снимать. Одно из самых таких примечательных мест, если аккумулятор сейчас у меня. Да, видимо, начали ремонтно-восстановительные работы здесь. Вот он, остаток. Вот он такой здесь. Вот в той части дома люди живут. Здесь вот мне сказали, что тут уже начали что-то разрушать.